Патриотично настроенный Александр Маршал сетует на сложности в общении с взрослой дочерью Полиной. Вместе со своей матерью девушка давно проживает в США, смотрит антироссийские новости и периодически спорит с отцом-патриотом о решениях Кремля. Однако сам артист предпочел сразу пресечь в их задушевных беседах любые политические темы с русофобским подтекстом. «Я ей сказал, если хочешь, чтобы мы общались, со мной на эти темы лучше не говорить. Она живет в Штатах с мамой, хорошо знает их язык, как и русский. Но смотрит те новости, которые заливают ей в уши. Когда она поймет все? Когда мы победим, когда все встанет на свои места? Когда возьмут человека в зеленой майке и будут судить, как в Нюрнберге», — уверенно заявил Александр Маршал. Сам артист не скрывает, что в молодости прожил в Америке 10 лет, но так и не смог привыкнуть к тамошнему менталитету и порядку. В России чувствует себя дома и эмигрировать за океан не собирается. «Лучше, чем у нас, не может быть нигде. Мне есть, с чем сравнить, я ведь жил в Америке 10 лет. Объехал весь мир, не был только в Японии. Может быть, все связано с кровными делами, но я понял, что там, за границей, никогда жить не буду». Ранее сообщалось, что патриот Александр Маршал высказался о поступке Дмитрия Назарова, фамилию которого и не сразу вспомнил.